Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас в гостях директор магазина «Королева» Ольга Фидрик. Ну, я думаю, что все знают, что у вас за магазин, что это именно магазин одежды и одежды для женщин пышных. Больших, да. Больших наши размеров. Женщины не пышные, наши женщины самые красивые, добрые, сытые, ласковые. Просто женщины больших размеров. Ну, наверное, действительно так. Ольга, вот скажите, пожалуйста, почему вообще на сегодняшний день появляется такая необходимость создания магазинов именно одежды каких-то определенных размеров? Что у нас сложно в городе найти в обычных магазинах? Да? Я понимаю, что вам это сложно понять. Но... Нет, мне вот как раз очень понятно, я маленьких размеров найти не могу. Вот, а у нас такая же проблема и с большими размерами. При том, что не просто большие размеры, а хочется ведь носить, ну, грубо будет сказано, но все-таки не то, что на тебя налезло, потому что ты в таком размере, а хочется выглядеть при этом очень красиво, элегантно, достойно, правильно. Потому что очень много девушек и женщин больших размеров, очень красивых. Они все яркие, они все стараются за собой ухаживать, они большие умницы. И, конечно, дополнением к этой красоте является красивая элегантная одежда, прежде всего. Так вот, наш магазин как раз и предлагает одежду премиум-класса для женщин, которые стремятся быть модными, стильными, красивыми, элегантными, нежными, аккуратными, достойными. Ну, в общем, женщины, которые себя любят. А могли бы рассказать вообще об истории создания, да? Как-то же вам пришла в голову вот эта вот идея открыть такой магазин? Пришла в голову идея открыть магазин, потому что я сама не могла найти на себя одежду. Все очень банально и просто. Негде было купить. И хотелось также выглядеть не так, как все, как у нас по шаблону, да? Все говорят, о, рынок, рынок, рынок. Это все об этом знают прекрасно. Хотелось бы одевать, носить, как... Есть модное слово «брендовые вещи», но есть брендовые вещи для маленьких дам, а есть брендовые вещи для девушек больших размеров. И так как я всю жизнь работала на сцене, занимаясь КВНом, и ведя какие-то праздники, юбилеи, в общем, и мероприятия в нашем замечательном чудесном городе, надо было выглядеть достойно прежде всего, не просто обычно одетой, а как-то выделяться аккуратно, стильно. И вот и пришла, собственно, эта идея – открыть магазин, потому что нет ничего проще, чем одеваться действительно в своем магазине и выглядеть хорошо, красиво, элегантно и аккуратно. Большие размеры. С какого размера вот он большим считается? Вы знаете, меня вообще это удивило, когда я узнала, что 48-й размер является уже большим. Мы предлагаем одежду с 48-го размера по 68-й. 68-й размер – это очень большой размер. Но, тем не менее, вещи, которые мы предлагаем, они не менее привлекательны, чем вещи 48-го размера такие же. И сидят они на дамах так же красиво, подчеркивая только то, что нужно подчеркнуть, то бишь красоту, и скрывая совершенно то, что не нужно никому показывать. 48-й размер – это уже большой размер, что меня, к сожалению, очень пугает. И я хочу сказать, что очень много дам в нашем городе из обычных магазинов одежды, стандартной, так скажем, да, пришли уже в наш магазин, потому что у нас, конечно, одежда качественная. Мы стараемся предлагать качество более высокого уровня. Конечно, оно требует дополнительных вложений в производство, прежде всего в людей, которые производят эту одежду, в дизайнеров, в ткани, которые покупаются только за границей, наши ткани и фурнитура покупается только за границей, потому что там, конечно, отношение к этим элементам одежды, оно более ответственное, так скажем. Вот. Вследствие этого, конечно, цена чуть выше подчеркну, потому что очень много времени были разговоры о том, что очень дорогая у нас одежда. Все это неправда. Одежда у нас не очень дорогая. Одежда у нас соответствует качеству. Самый большой размер, который я знаю по городу в обычных магазинах, просто в бутиках, это 52-й. И то, какой 52-й? У нас одежда... В свое время работали с немцами, так скажем. Проще говоря,
на русский язык переводя. Первые 5 лет фирме 15 лет, которой я занимаюсь. Фирма КР, красота и роскошь, она расшифровывается. Не королевский размер, не Карина и Рита, а красота и роскошь. Именно то, что заложено в наших моделях. 15 лет фирме и первые 5 лет работали с немцами по немецким лекалам. Но в дальнейшем, сами понимаете, что работа с немцами, она также требует дополнительных вложений. Стали сами эти лекала производить. Вот. Вследствие чего все прекрасно знают дамы. И вы знаете наверняка, и я также знаю, и помню это, как все мы шили и кроили по журналу «Бурда Моден», где были самые лучшие в мире лекала, и после которых, когда мы это изделие производили на свет, это было чудо просто из чудес. Вот то же самое я могу сказать про наши лекала. Даже банальные брюки, казалось бы, две штанины и замочек, чтобы подобрать так, чтобы они сидели идеально, это большая проблема. Так вот, наши брюки дамы покупают по 3-4 пары, потому что они идеально садятся, и фраза «Зачем изобретать велосипед, когда вот оно село идеально?» конечно, меня не может не радовать. Ну, наверное, вы тоже ведь следуете веяниям, тенденциям моды. Можете рассказать вот на сегодняшний момент для этой осени, что можно считать модным и что девушки, женщины могут найти у вас в магазине именно вот такое модно-осеннее? Угу. В этом году, в этом сезоне, как ни странно, опять моден тигр. Тигр и леопард. Да. Мы сами этому очень удивились, но факт остается фактом. Так и есть. Опять же, нам это на руку, нам, я имею в виду девушкам больших размеров, потому что леопард скрывает все. Это вообще леопард – это наш друг. Понимаете? Он убирает, он прячет, то есть он делает все то, что нам нужно. Вот. А вообще в моде, конечно, достойные вещи, аккуратные прежде всего, потому что можно одеть совершенно классическую юбку, чудесный жакет, повторюсь, не пиджак, потому что пиджаки носят мужчины, а для дам это жакеты, и выглядеть достойно. Пусть это даже будут стандартные наши белый и черный цвет. Вы знаете, когда женщина выглядит аккуратно и элегантно, это всегда в ногу со временем. Насколько я знаю, у вас приближается знаменательная дата, день рождения. Да. Сколько лет вам исполняется и какие мероприятия в связи с этим планируются? 10 ноября, все правильно вы говорите, 10 ноября в день нашей прекрасной, знаменитой, доблестной милиции, которую мы также поздравляем от всей души в будущем, в ноябре, нам исполняется нашему магазину 4 года уже. Конечно, не юбилей, но маленькая годовщина, замечательная. Динамично развиваемся, стараемся радовать своих клиентов, да. И к этому моменту уже очень много клиентов у нас в наш магазин посещает уже в статусе VIP-клиентов. Для них будет разработана прекрасная акция подарочная, скидки будут, ну, они будут оповещены особым случаем, так скажем, мы подготовились уже к этому моменту и все им расскажем. А вновь прибывшим клиентам, конечно, мы также будем делать скидку, чтобы они порадовали себя, познакомились с нашим магазином, потому что, как оказалось, еще процентов, наверное, ну, я не знаю, 70 в городе не знает о том, что есть такой магазин «Королева» за 4 года. Давайте для тех, кто, может быть, не знает пока еще о вашем магазине, скажем, где вы находитесь, чтобы они знали, куда подойти. Замечательно. Наш магазин «Королева» находится по адресу улица Татарская, дом 43. То есть перекресток Пушкина и улицы Татарской. Mm-hmm. И все знают нас, мы на первом этаже находимся. Будем очень рады видеть всех, кто захочет посетить наш магазин. Оль, ну вот несмотря на то, что заранее не поздравляют, и все-таки с наступающим вас праздником. Желаем вам в дальнейшем также развиваться, радовать наших женщин. И подумайте, может быть, вы откроете еще один магазин маленьких размеров. Я думаю, там тоже будет достаточно клиентов у вас. Подумаю обязательно. Большое спасибо за поздравление. Обязательно подумаю. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Всего вам доброго. Ну и на этом наша программа тоже подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках.